Здравствуйте! В эфире программа «Норильские новости». В студии Екатерина Алексеева. Смотрите в этом выпуске. Весенняя метель и ее последствия. Сильнейший ветер бушевал в Норильске в среду и впечатлил даже бывалых северян. Как город пережил экстремальную непогоду. Теперь есть куда жаловаться. В Норильске запустили горячую линию для потребителей. Куда звонить, если не устраивает качество товаров и услуг? И как получить бесплатную юридическую помощь от Роспотребнадзора? Сообщество как двигатель прогресса. Норильчане собрались на форуме «Город – это мы», чтобы обменяться идеями и обзавестись полезными знакомствами. Метель в Норильске разбушевалась 13 марта. МЧС объявила штормовое, что для норильчан довольно рядовое явление. Однако ветер набрал такую силу, что стал причиной городских происшествий. Порывы ветра в буквальном смысле сбивали с ног и не давали людям двигаться в нужном направлении. Кто-то не мог даже просто дойти до остановки. В аэропорту задержали 4 рейса на прилет и вылет из Норильска. Дорога в сторону Алыкеля была закрыта для всех видов транспорта. Сотни горожан, работающие в Норильске, не смогли уехать в Кыргызстан. Ни автобусы, ни вахтовки не пропускали. 52 человека разместили на ночевку в городском центре культуры. Ветер достигал порывов 25 метров в секунду. Из-за плохой видимости произошло 13 дорожных аварий. На набережной Урванцева столкнулись сразу 5 машин. Обошлось без пострадавших. Школьники всех районов и всех смен остались дома. Штормовое предупреждение сохранялось до обеда следующего дня. 90% тяжких преступлений совершено в состоянии алкогольного опьянения. Причина большинства пожаров – короткое замыкание. Горячая вода – по-настоящему горячая. Это краткие итоги жизни города в феврале. В администрации Норильска провели традиционную общегородскую планерку. В этом зале все друг друга знают. Это муниципальные служащие, которые регулярно видятся и на ежемесячных общегородских планерках, и у себя в организациях. К слову, такие собрания в формате плотного и оперативного взаимодействия всех структур в Норильске проводят уже 13 лет. У нас с вами на повестке 8 вопросов. Традиционно первые касаются безопасности. О криминогенной обстановке во всех районах докладывает начальник МВД Норильска. В феврале наиболее популярным мошенническим способом отъема денежных средств у граждан стал звонок на сотовый телефон гражданину сотрудника оператора сотовой связи, в ходе которой ему сообщается, что заканчивает срок действия сим-карты и нужно, соответственно, продлить соответствующие договорные условия, необходимо сообщить код. После получения кода у злоумышленников открывается доступ к личному аккаунту на госуслугах и возможность набрать кредитов под чужое имя. В феврале кибермошенники обогатились на 18 миллионов рублей за счет норильчан. К примеру, 75-летняя женщина перевела им все свои сбережения и в столь преклонном возрасте лишилась дома. Мошенники беспощадны, как и некоторые продавцы алкоголя, не щадят юное поколение норильчан и без зазрения совести продают им спиртное. 20 магазинов, где допущены были нарушения, 12 расположены в центральном районе города, 4 в районе Талнах, 4 в городе Кыргызстан. В 3 магазинах нарушения были выявлены дважды. Это магазин «Мир», это в текущем году. Доложили на планерке и о ситуации на дорогах. За февраль в Норильске поймали 36 водителей, не имеющих или лишенных прав управления, в результате чего принято 16 решений о выдворении гостей города за пределы России. Что касается пожаров, в феврале их было 26, почти все из-за неисправной проводки. К сожалению, один человек у нас погиб. Идет у нас уменьшение. У нас в прошлом году за этот период погибло 4 человека. При тушении пожаров было спасено 8 человек, из них 2 ребенка. Отчитались и о ходе отопительного сезона. Горячая вода действительно горячая. Батареи почти везде должной температуры. В управляющих компаниях отрабатывается всего 13 обращений с жалобами на недогрев. Также отмечают, что по ситуации с водой в Кыргызстане стабильное улучшение. Жалоб на цвет или запах больше нет. Затронули и тему уборки снега. Данные работы у нас производятся и осуществляются по графикам, разработанным и утвержденным управляющими организациями. И в случае ухудшения погодных условий в графике вносятся необходимые изменения. В дни снегопадов и штормовых предупреждений в первую очередь очищаются у нас подъездные пути для служб экстренного реагирования, мусороуборочной техники, а также для прохода граждан. Глава обратил внимание, что снег во дворах нужно не сгребать к обочине, а вывозить, и поручил донести эту задачу управляющим компаниям. В целом, как показал отчет муниципалитета, февраль в Норильске выдался спокойным. Посмотрим, каким окажется март.
Виктория Комиссарова, Екатерина Алексеева, Николай Букало. Норильские новости. Открыли йогурт, а под крышкой плесень. Купили пирожок, а вместо мяса внутри капуста. Оплатили мебель, но так и не получили ее. Приобрели стеклопакеты, а при установке монтажник снес вам пол стены. Норильчане нередко сталкиваются с некачественными товарами или услугами. В городе запустили горячую линию для звонков по вопросам защиты прав потребителей. Запишите в свой телефон номер 46 77 06. По нему нужно звонить, когда недовольны товаром или услугой. Задать свои вопросы или рассказать о ситуации можно в будни с 9 до 16. Горячая линия организована Центром гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае. Оставить свое обращение можно на сайте организации в разделе «Защита прав потребителей» и также написав письмо на электронную почту. Кроме того, также по номеру 46 77 06 до 22 марта норильчане могут получить бесплатную юридическую помощь по линии Роспотребнадзора в рамках празднования Всемирного дня прав потребителей. Специалисты помогут норильчанам с составлением претензий, исков и жалоб в адрес нарушителей прав и законных интересов потребителей товаров и услуг. Получить консультацию можно и очно по адресу Комсомольская, 31А, кабинет 310. Время приема в рабочие дни с 10 до 12 и с 12.30 до 16 часов. Город – это мы, уверены организаторы благотворительной программы «Мир новых возможностей». Состоялся 9-й форум социальных технологий. Как городу можно уйти от монозависимости и как форум может послужить катализатором роста бизнеса? Лето прошлого года. Семьи на стадионе «Заполярник» запускают в небо воздушных змеев. Это флешмоб «Вверх», идейный вдохновитель Анна Воробьева. Под ее началом работает полсотни единомышленников. Компания Анны устраивает мероприятия для детей и взрослых. Статус ее деятельности значительно вырос с тех пор, как она стала участницей форума «Город – это мы». Я понимаю, почему я сижу опять же. Я же могу открыть свою некоммерческую организацию. Я тогда уже была в свободном плавании, открываю свою некоммерческую организацию в 2021 году. Сейчас я уже руководитель около 3 лет. Это организация «Центр культурных инициатив». И таких историй сотни. Люди посещают форумы, напитываются идеями, нарабатывают связи и объединяются в комьюнити. Все это ведет к развитию в городе социальных сфер и бизнеса. В этом году форум начался с ток-шоу. Тема – трансформация города. Участники из зала общались с экспертами на сцене, делились своими впечатлениями о городе. Присутствующим предложили ответить, за что они любят Норильск. Я ни в одном похожем городе на Норильск до этого не был, поэтому много на что можно полюбить его, но что первое приходит в голову, наверное, за волшебную погоду. Нужно еще больше вовлекать в проекты в развитие молодежи, потому что сегодня я посмотрел аудиторию, которая находилась в зале, это молодежь 80%. И у меня подготовлена была, так скажем, речь и доклад совершенно более такой емкий, наверное, про проектирование, про стратегии. Но когда я посмотрел на реакцию людей в зале молодежи и, ну, и состав, конечно, я полностью поменял, поэтому сегодня говорю просто о каких-то ярких проектах, которые уже меняют город. Для кого-то из участников этот форум может стать катализатором для дальнейшего роста. Сейчас, напитавшись, да, какими-то идеями, какими-то технологиями, подсмотренными у других экспертов, подсмотренными на разных площадках, подумать о том, а что лично я могу сделать для города и для горожан. Вместе со своей организацией, вместе со своей командой. Либо я найду эту команду, да, вот как раз здесь единомышленников на форуме, с которым бы я хотел что-то сделать. Потому что именно люди меняют города. Эксперт федерального уровня назвал Норильск молодым и пластичным городом. Территория готова к переменам, и они уже заметны. Конечно, уход от монозависимости. И он сейчас происходит, но более активно, более агрессивно, может быть. А город должен пересобраться и чувствовать себя не придатком завода, там, не комбината, не чувствовать себя не частью большой, как бы, большого бизнеса, а самостоятельным субъектом. Вот повышение этой внутренней субъектности города, она не достигается просто за счет позиции мэра, там, она достигается за счет появления в городе дополнительных источников развития, экономики, социального развития и так далее. Когда-то форум «Город – это мы» задумывали как площадку для коммуникации общественности и власти. И спустя годы на 9-м форуме организаторы уверены, что с задачей справились на 100%. Анастасия Орлова, Екатерина Алексеева, Владислав Моисеев. Норильские новости. В Дудинке пройдет всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей».
Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет в апреле в Дудинке. На мероприятии можно будет принять участие в круглых столах, тренингах по профориентации и основам самореализации, мастер-классах по составлению резюме, консультациях психологов. Школьники и студенты смогут побывать с экскурсиями на ведущих предприятиях региона. У выпускников будет возможность пройти собеседование для будущего трудоустройства и включения в кадровый резерв. Впервые такое мероприятие состоялась в прошлом году и показала высокую эффективность. На этот раз для жителей края организована еще более насыщенная программа. Следующим пунктом проведения ярмарки станет самый северный поселок региона Диксон. Ну а федеральный этап ярмарки состоится уже этим летом, 28 июня. Отметим, мероприятие проходит в рамках нацпроекта «Демография». Продолжается народное голосование за видеоролик о Таймыре, который участвует в конкурсе «Лучший видеоролик регионов России». Авторы презентации надеются на победу, поскольку их работа является одной из самых масштабных и ярких. Участие в конкурсе видеороликов регионов России позволяет нам презентовать туристический потенциал Таймыра, показать всю природную красоту нашего края. На сегодняшний день Таймыр набрал более 1200 голосов и находится на третьем месте голосования, уступая Забайкальскому и Хабаровскому краю. Давайте вместе поддержим наш полуостров. Проголосовать за него можно на портале Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства МИД до 17 марта. QR-код, который сейчас на экране, переведет вас на страницу голосования. Юные гимнасты-норильчане познакомились с олимпийской чемпионкой. Заслуженный мастер спорта СССР Елена Шевченко прилетела на Крайний Север, чтобы побывать на открытом первенстве города по спортивной гимнастике. Какие советы чемпионка дала начинающим спортсменам, смотрите далее. Спортсменки старательно показывают свои навыки. Кто-то особенно хороший в гимнастике на бревнах, кто-то с легкостью справляется с упражнениями на брусьях. Все очень зрелищно и напряженно. В этом году на первенстве Норильска присутствует именитый гость, олимпийская чемпионка и советская гимнастка Елена Шевченко. Заслуженный мастер спорта СССР судила первенство. Елена Николаевна говорит, стать чемпионом может каждый. Главное – не останавливаться. Себя жалеть нельзя, это прежде всего, потому что, ну это как и в жизни, да, вот не хочу я идти на работу, вот не хочется, хочу спать, там еще. Ну ты понимаешь, что надо самой себе вот как бы дать этот волшебный пинок, извините за мой взгляд, но по-другому нельзя, и надо вот это делать, поэтому каждый человек должен себе поставить цель, к ней идти и преодолевать, в принципе, ну человек, ну безграничен, да, и он может все. Главное только захотеть. В этом году первенство по спортивной гимнастике проходит под лозунгом «Патриоты спорта, патриоты России» в рамках проекта «Патриотические игры». Цель – не только привлечение молодежи к спорту, но и патриотическое воспитание. Спорт в Норильске есть, был и будет. Это неотъемлемая часть нашей жизни. И мы не просто им занимаемся, и дети наши занимаются, но и всегда показывали и будут показывать самые высокие результаты. И этот девиз о том, что патриоты спорта, патриоты России, он на самом деле это не просто красивое слово, ведь спорт это, как говорим, мы всегда говорим, что спорт не политика, спорт это то, что объединяет людей. В открытом первенстве Норильска по спортивной гимнастике в этот раз приняло участие более 90 спортсменов разных уровней подготовки и возрастов. Многие из участников не только получили награды, но и защитили свои спортивные разряды. Дарья Каменских, Екатерина Алексеева, Александр Вуори. Норильские новости. У нас на этом все. Сообщайте ваши новости по телефону 34 32 32. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем YouTube-канале и на сайте norilsk.tv. С вами была Екатерина Алексеева. Всего вам доброго.